наши учителя, дорогие родители и дорогие выпускники. Когда наша мама Юля встречалась со мной, она сказала: на выпускном все должно быть сделано по фэншую, правда? Вот прям так и сказала. И сегодня мы с вами должны сделать все возможное для того, чтобы у наших выпускников, у ваших деток, а у ваших учеников все складывалось. Знаете ли, как называется страна восходящего солнца? Япония, да, вот молодцы, учителя. Поаплодируйте, пожалуйста, учителям, так, одинокий голос, Япония. Знаете ли, что на японских свадьбах принято, на японских выпускных принято и на японских юбилеях принято, чтобы гости выполняли определенные ритуальные движения? Не знали такого, нет? От того, насколько все вы сделаете определенные движения, о которых я сейчас расскажу, настолько у вас будет пруха и везуха в вашей жизни. Итак, сейчас, дорогие наши родители, учителя и выпускники, посмотрите, пожалуйста, на меня внимательно. И возьмите, пожалуйста, свое плечо и толкните плечо соседа. Вот сейчас прям толкнули так раз и сказали ему: а ты ничего такой. Прям сейчас все сделали. Все-все должны сделать. Связано с тем, когда они были еще совсем маленькими. Что отличало этот класс от остальных? У меня был А-класс, очень артистичный, хорошо очень пели, очень добрые. Ну и такие еще были, когда мы были вообще, первый класс у нас был в садике, такие смешные, но совсем были как, ну, садиковские маленькие детки. То есть артистичный был А-класс, на А-артистизм. Замечательно. А скажите, пожалуйста, кто в классе вашем был тогда отличником? Вот такой вот прям отличник, отличник. Рябуха Юля. Аня. Красовская Руслана. Оля. Колесник. И Максим Бугай. Скажите, пожалуйста, а чьи родители чаще всего приходили к вам в школу? Кто больше всего переживал за своих деток? Вот чьи родители? Родители все приходили в школу. У нас постоянно были праздники, мы проводили. Родыни свята, я вам сказала. У нас семья, класс был как одна семья. В школе всегда были все. И на родительских собраниях, и на праздниках были все. Родители, хорошая была классная мама? Как первая мама, вторая мама, да? Вот как вторая мама. Она была настоящей, она заботилась? Вот сейчас попробуйте сказать, что нет. Ну что, вам, конечно, слово, Галина Николаевна. Поздравьте ваших теперь уже совсем взрослых деток. Я там еще одну золотую ручку забыла. Я вам уже хотела прочитать на святе. Ну, зараз вам прочитаю. Слова матери Терезы. Можно я до вас вернусь так? Життя – це шанс, скористайтесь їм. Життя – це краса, милуйтеся нею. Життя – це мрія, здійсніть її. Життя – це виклик, прийміть його. Життя – це обов'язок, виконайте його. Життя – це гра, стайте гравцем. Життя – це цінність, цінуйте його. Життя – це скарб, бережіть його. Життя – це любов, насолоджуйтесь нею. Життя – це тайна, пізнайте її. Життя – це юдольбі, переборіть усе. Життя – це пісня, доспівайте її. Життя – це боротьба, почніть її. Життя – це беззоння невідомого, не бійся, вступи в неї. Життя – удача, шукай її. Життя таке чудове, не загубіть його. Це твоє життя, борони його. Хай вам щастить. Большое спасибо, Галине Николаевне. 3-4! Спасибо!
Дорогие друзья, а сейчас я попрошу всех наших учителей выйти сюда, в центр танцпола. Ну вот, кто уже, да, вот Ларису Николаевну и Галину Николаевну, вы можете остаться. А всех остальных я попрошу вас подняться и выйти сюда, в центр танцпола. И возьмите, пожалуйста, с собой каждый салфеточку. Хорошо? Чистенькую салфеточку. Давайте поаплодируем нашим учителям, они идут к нам. Дорогие наши учителя, вы уверены, что вкладываете всю душу? Я уверена, что вы готовитесь к урокам намного круче, чем я готовилась сегодня к выпускному. Я уверена, что вы делаете все для того, чтобы посеять мудрое и вечное в головы наших деток. И вот мне хочется поподробнее познакомиться. Учитель чего? И имя, отчество, пожалуйста. Полынтина Васильевна, учитель географии. Это очень важно нынче. Олена Михайловна, учитель математики. Я смотрю, вы любите, я тоже учитель математики. Поэтому у нас тут коллег очень много. Да, вас. Татьяна Ивановна, учитель физической культуры. Представлена в мужской и в женской категории. Так, познакомимся. Людина Андреевна, Людина и Світ. Я единственный представитель, не учитель, я библиотекарь. Я хочу сказать, начиная с первого класса и по Любовь Владимировна, очень приятно. Родители, поаплодируйте, пожалуйста, нашим учителям. Дорогие учителя, подумайте сейчас ровно одно слово, которое вы считаете очень важным в жизни. Что? Это что же такое? Итак, сейчас я попрошу вас ровно одно слово. Пожелание нашим выпускникам. И полная тишина в зале, хорошо? Подумайте буквально одну секундочку. Итак, поехали. Я словосполучення «вступити в вуз». Впевненість. Пережити велике кохання. Здоров'я. Вибрати правильну дорогу в житті. Мирного неба над головой. Аплодисменты громче нашим учителям. И дайте мне, пожалуйста, салфеточку. Спасибо большое. Дорогие наши выпускники, у наших учителей в руках салфетки. Разверните их, пожалуйста. Развернули? Жизнь наших детей сегодня, как чистый лист, который они начинают заполнять вот именно с этого дня. С чистого листа они будут писать свою книгу жизни. Сейчас, дорогие учителя, сделайте, пожалуйста, вот такой треугольничек. Вот такой. Сделали? На что это похоже? На
На кораблі. На піраміду. І що на що похоже? На парус. На парус. Пусть корабль вашей жизни плывет и под синим огромным парусом не знает никаких преград. А сейчас сделайте, пожалуйста, вот так. Еще напополам, да, вот так вот сделайте. Прямо будет трикотник. Прямо будет трикотник. Что у нас получилось, скажите, пожалуйста. Птица счастья. Пусть эта птица счастья залетает в каждый дом наших выпускников. А сейчас оторвите, пожалуйста, верхний угол нашего треугольничка. Вот так вот отрываем. И разверните, пожалуйста, его. Так, получилось? Ой, смотрите, у всех по-разному получилось. Это портал. Это не просто, вы думаете, салфетка. Это портал, в который мы сейчас с вами произнесем вот каждое то слово, которое вы сейчас мне произнесли в микрофон. И это слово обязательно сбудется. Все вместе. 3-4, вот так вот прям. 3-4. Здоровья! Здоровья! Отлично! Молодцы! А теперь сжали вот так вот салфетку, смяли и запустили в них, и пусть это сбудется обязательно! По-честному. Поднимите, пожалуйста, ручку те, кто хочет сказать одно заветное слово, которое сегодня обязательно сбудется, если вы произнесете его в этом зале. Поднимите прямо сейчас вот руку. Кто может выйти и сказать вот это вот слово? Тихо, родители! Выходите, пожалуйста. Выходите сюда. Давайте, нет, не надо, чтобы все вышли. Я вот, конечно, да, маму Юлю попрошу, да, вот я ее знаю хорошо. Кто у нас еще из родителей может произнести в микрофон вот это одно важное слово для деток? Выходите, спасибо вам большое, правда. Просто поаплодируйте, вы посмотрите. Я тут стараюсь, стараюсь, вот все сидят как-то, стесняются. Не стесняйтесь, правда, я никого не... Да, спасибо большое. Поддержите, родители. Кто хочет сейчас сказать своим деткам то важное, заветное слово? Выйдите, пожалуйста, сюда, в центр танцпола. Не побойтесь, я не съедаю никого. И диджей у меня мирный вообще. Он никого не кусает. Так, дорогие родители, сейчас вы, я очень хочу, чтобы мы с вами, во-первых, сделали так, чтобы то, что вы сегодня скажете, действительно было важно для ваших деток. А скажите, пожалуйста, вот как вас зовут? Давайте познакомимся, и я хочу, чтобы я увидела вашего ребенка. Можно, когда я буду спрашивать, как вас зовут, тот выпускник, чей это папа, встаньте, пожалуйста, хорошо, а мы вам поаплодируем, хорошо? Витя меня зовут. Так, папа Витя, и вот давайте поаплодируем, как у нас выпускница, очень похоже, присаживайтесь. Сейчас мы быстро. Катя. Мама Катя, где? Вот, поаплодируйте, пожалуйста. Маме Кате аплодируем, маме Кате. Так, мама Наташа. Вот, смотрите, какие у нас сегодня девчонки, все красотки. Лена. Мама Лена, где? Понятно. Максим. Так, Юля. Мама Юля, поаплодируйте, пожалуйста, маме Юле. Владимир. И папа Вова, где? Дима, я уже его знаю прямо вообще, Дима. Дорогие наши родители, вот то заветное, одно слово. Микрофон, хорошо? И в зале полная тишина, пожалуйста. А можно 4? Можно 4. Здоровья, удачи, благополучия, счастья. Благодарю, и удачи.
Я вам бажаю не загубити себе в цьому житті. І обрати правильний шлях. Ви самі лучші.